Первин вечно сидит за своим чертовым компьютером и печатает свои проекты. Эй! Жаль, я ничего не слышу. Эй, привет! Привет! С ними сплетничать или чем там еще женщины обычно занимаются? Не говори глупостей. Я знаю о них достаточно, чтобы сделать дружелюбие как минимум проблематичным. И вообще, мне куда больше нравится проводить время с тобой. Привет, дорогуша. Необходимо представиться, полагаю. Я миссис Эдгар Веллингтон. Можешь обращаться ко мне, мадам или миледи Веллингтон. У тебя манеры чуть лучше, чем можно было ожидать, судя по происхождению. Приятно с тобой познакомиться. Тебе случайно по пути гули не встретились? Меня это не удивляет. Поговори с Густаво. Наверняка ему от тебя будет польза. Ага, пока. Добро пожаловать в Тен Пенни Тауэр. Эй, привет! Очень приятно. Сьюзен, давно не виделись. Тебе еще не пора на регулярный медосмотр? Эй, привет. Доктор Бенфилд, вы потеряли ежедневник? Я думала, мы назначили время осмотра. И, насколько я помню, это осмотр на дому. Теперь вспоминаю. Да, разумеется. Я непременно возьму с собой аптечку. Как дела? Великолепно. Просто великолепно. Большое спасибо. Да? Ты вечно в делах. Почему бы не брать выходной, хоть иногда? Не волнуйтесь обо мне, со мной все в порядке. Да и потом, если я не буду для вас готовить, вы тут все помрете от голода. Бог свидетель, вы все совершенно беспомощны. Может и правда, дорогуша, но ты всегда можешь приготовить несколько блюд заранее и хоть немного поспать.
Рада тебя видеть. Привет. Добро пожаловать в Тенпенни Тауэр. Мисс Ланкастер, как поживает любимая жительница башни? О, благодарю. Спасибо на добром слове. Возможно, мы могли бы проводить больше времени вместе. Как дела? У меня все в порядке, спасибо. Что? Что происходит? У тебя, надеюсь, все хорошо? Что? Что происходит? На помощь! Помогите! Да когда же ты сдох? Эй! Как дела? Пока. Как дела? До скорого. Привет! Я бы, конечно, не отказалась от икры на мой бутерброд с маслом, но... Что поделать? Что? Ух ты, со мной что-то не так. Или планета кружится? Воруют? Да, мне как-то немного не по себе. Ты подержи мои вещи, да? Присмотри за ними, ладно? Окей. Эй, какая странная штуковина. А можно мне теперь ее снять? А? Парадис Фолс? Это где? Да, мы договаривались. Эй, привет! Ну давай! Ну давай! Ага, вот ты где. Где? Прижать их к земле. Вот так, вот так.
Привет! Рада тебя видеть.
Эй, ты там! Убери оружие и иди сюда! И без шуточек! Или схлопочешь пулю. Что ты здесь делаешь? Таким, как ты, здесь небезопасно. Да? Он ждет тебя? Что ж, тогда пойдем. Лучше не заставлять Роя ждать. У него норов еще тот. Поосторожнее. Я уже давно с Роем и его бандой. Рой из тех парней, которые не берут пленных и не делают глупостей. Он прослышал об этом придурке Тенпене и теперь пытается провести нас в башню. У него есть план — перебить всех этих ханжей-недоумков. Верь или нет, но я там когда-то отпуск проводил. Ясное дело, он верная шавка Тенпене, так ведь? А ты с какого боку в этом деле? Карма редкостная стерва, верно?